Юнкер, не хочу, чтобы ЕС состоял из 90 стран. Председатель Еврокомиссии считает, что управлять ЕС в таком виде будет гораздо сложнее. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что независимость Каталонии от Испании может подтолкнуть другие регионы в европейских странах до попыток отделиться. Если мы позволим, хотя это не наше дело, Каталонии быть независимой, другие последуют этому примеру, мне бы этого не хотелось. Я бы не хотел, чтобы через 15 лет Евросоюз состоял из около 90 государств, заявил Юнкер во время выступления в Университете Люксембурга. По его словам, управлять ЕС в таком виде будет гораздо сложнее. Также Юнкер заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии, но добавил, что никто ни в кого не стреляет, по крайней мере, пока. Как сообщал корреспондент Net 1 октября, жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%. Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой дал властям Каталонии 5 дней на то, чтобы они определились, была ли объявлена независимость. По материалам сайта news.com.